кто смотрит M Television. В эфире я, Евгений Лопатин, виджей самого модного телеканала города Уфы. Мы всегда находимся в гуще светских и гламурных тусовок города. Только у нас гламурные вечеринки и модные презентации. Хотите узнавать обо всем первыми? Не переключайтесь. Смотрите нас и будьте с нами. А сегодня организаторами является промо-группа «На одной волне» и сегодняшняя вечеринка «Международный день студента». Друзья, вы не поверите, я зашел в гримерку, а здесь, оказывается, у нас звезды. Итак, как ваш коллектив называется? Мы называемся группа Blast Beats. Запомните это название? Вы сегодня здесь выступаете? Конечно, мы сегодня здесь зажигаем зал, и отдача идет очень такая яркая, позитивная, и нам, конечно, классно здесь присутствовать. Как, в общем, вечеринка вам? Класс, просто мега. Вообще круто, и тем более, что мы сейчас приехали только с 80 лет угату, еще и здесь день студента. Вообще круто, короче, просто. А почему именно сегодня выбрали этот клуб для выступления? Ну, потому что нас сюда пригласили. Вообще, мы уже первый выход сделали, раскачали народ, растормошили. Сейчас у нас буквально минут 10-15 будет перерыв, и мы еще выйдем, немножко остынем и заново раскачаем народ своим взрывным битом Blast Beats. Кстати, друзья, напомните, кто организатор, ну и пожелания, естественно. Организатором является Денис Гарипов, это «На одной волне». Охота пожелать, чтобы вечеринки продвигались так же успешно, так же, чтобы ходило очень много народу. Как видите, сейчас был аншлаг, чтобы также посещали. Мы любим все эти тусы, «На одной волне» всегда попадает в тему. Йоу! Весь видеоотчет смотрите только на M Television. Позитивчик? Да! Как сегодняшняя вечеринка? Отличная! Почему сегодня пришла именно сюда? А? Почему именно сегодня пришла сюда? А, ну день студента, моя студентка! Привет! Тебе сколько лет? 21. А как тебя родители пустили? Не пускают же в клуб с такого возраста? Не знаю, меня пускают. Ну ты выглядишь, что на все 15. Спасибо, я неплохо сохранилась. Весело, народа много, вечеринка удалась. Очень много материала отфоткал. Не знаю сейчас, как сколько и буду обрабатывать. А где твоя табличка? Я сегодня не от геометрии, я от организатора. Кто ты здесь вообще? Вечеринки «На одной волне». Ага. Да. M Television, мы самые лучшие! С вами был Евгений Лопатин и программа «Ивент». И смотрите нас каждый день на M Television.